доброго утра! Сегодня у нас 29 декабря, вторник. Вот, сейчас будем с Гришкой учить начинать уроки. Мы уже позавтракали вчерашней запеканкой. И сейчас он придет учить уроки на кухню, как вчера Гришке понравилось учить с мамой уроки. А я пока в это время буду мыть холодильник. Смотрим на холодильник дом. Вот. Сейчас буду его мыть. Отключила у нас он двух... Какой? Не двухкамерный, но двух чего-то там. Короче, я могу верх отключать, а низ работает. Морозилка. Поэтому сейчас здесь все достану, переберу что вправо, что влево. И буду все потом... Протру полки, буду все складывать. Пока я вымыла... Холодильник, Гриша уже и выучил уроки. Да, тебе же к 12 это сегодня. Вот, холодильник вымыла. И не только снутри, но и снаружи. Магнитики с этой стороны. Половину магнитиков из растяжки выкинула, потому что они уже такие старенькие. И все впереди. Все чисто. Открываем холодильник. Здесь у нас что? Пиво, на которое мы смотрим срок годности. Потому что... Никто его не пьет, но срок годности еще нормальный. Я проверила сливки, соленые огурцы, манку тоже храню в холодильнике. Кофе тоже храню в холодильнике, который свежемолотый. Яйца. Водка нужна мне для кондурина. Что это? Свечки от температуры. Здесь вчерашняя запеканка, томат, молоко. Еще пакет молока. Холодец остался уже один судочек. Сливочное масло, тесто, это зельц из домашней свинюшки. Остался от торта один сыр. Помидорки. Сегодня доедим, это гороховый суп. Здесь у меня айсинг разноцветный. И капуста. Все, холодильник закрывается. Слушайте, оказалось даже, что на большом огне блинчики жарить легче, чем на маленьком. Афоня просто заказал блинчики на завтрак, вот делаю ему. Ну как тебе блинчики? Нормальные? Один у меня крайне пригорел. Я его убрала, Фонька вот эти все кушает. Только соуса нету, да? Мама заедет, купит тебе соус, да? Твой любимый клубничный тебе или какой? Нет, с пакетом. С пакетом, как у бабушки? Как бабушка или нет? Нет. Спагетти. А где спагетти? Спагетти, это же макароны. Я хочу макалёни. Макалёни? Ну давай, тогда сегодня у нас спагетти и курочка, да? Будут. Как хорошо, что мне надо за детьми ездить. Я хоть на улицу выхожу. Ой, камни. Сейчас везу Гришу к 12 в школу. Вот так в обычные дни уроки начинаются в 12:55, но по вторникам во всей школе урок мужества. В первую смену нужно к 8 утра приходить, а ну по вторникам, а второй смене вот к 12:25. Ну, сейчас заодно Антоху заберем и Гришку отвезу. Урок мужества проходит. Весь год будет. Ой, машина покатилась.
Вот, так что это. Теперь вот это вторник, у нас такой день, ни туда, ни сюда. И хочу еще сейчас заехать купить курицу, попробовать приготовить, знаете, насыпаешь пачку соли на противень, кладешь туда курицу, грудкой вверх, и запекаешь примерно полтора часа, час-полтора. И типа вкусно. Из курицы ничего не надо делать, кроме как помыть и ножки связать. Посмотрим, что получится. Ну, в любом случае, если что-то испорчу, просто курица. И макарошков Фонька просит. Куплю сейчас. Все, Антошка привезла. Мы с ним зашли в Пятерочку. Значит, в Пятерочке мы купили вот такое печенье. Было три. Что-то там, я не помню по цене двух. Короче, каждое что-то там 17 рублей. По-моему, как-то так. В общем, я не помню эту акцию. Спагетти. Афоня же сегодня просил мюсли по 59 рублей. Это уже в Кавказе купила томатную пасту. Даже не знаю, сколько она стоит. Зато знаю, что соевый соус стоит 45 рублей. Мне кажется, это самая лучшая цена у нас в станице, это точно. И курочку купила. На 200 с чем-то рублей она вытянула. Буду сегодня запекать в духовке. Ну что, скрещиваем пальцы. Я готовлю ужин. Просто курица и пачка соли. Ничего не солила, не перчила, ничего с ней не делала. Просто помыла курицу, обсушила ее полотенцем, связала ей вот этим вот там рукавом ножки. И все, курица будет готовиться час-полтора, 200 градусов, 180-200, смотря как у вас жарит духовка. Первый раз это делаю, ну, надеюсь, что все получится. В общем, по отзывам, все это супер, вообще супер-мега простой и вкусный способ. Попробуем. Ты куда собралась? На танцы. Сейчас Зою везу, а то мама не успевает твоя, да? Да. А вы знаете, что у меня уже зуб болит? Зоя, это плохо. В Афоне на кресло, хорошо? Да. Так а зачем ты его надевала? Поворачивайся. Теперь рюкзак снять не можем, да? Надо. Можешь, все? Все нормально? Оп. Давай. Сама? А? Не тяжело. А, тяжело? Так ты же его не одевай, Зоя, нам же сейчас уже заходить. А, ты только на одну руку? Такая смешная. Покажи, как ты на одну руку. Ай, я уже дома, курочка готова. Как раз пока я ездила, курочка приготовилась. Здесь разрезала специально, чтобы посмотреть, что все отлично. Крови нет, ничего красного нет, все беленькое. Супер. Что хочется попробовать. Так, у меня сейчас вечерняя прогулка. И я решила пообрезать наконец-то кустарники в палисаднике. Дубки, в общем-то, пообрезала. Там уже свежие новые листики. На розах тоже уже распускаются листики. В общем, у нас уже весна, птички поют. Я кайфую. Вот на малинке еще ничего нету, никаких листиков. Признаков жизни еще нет, а на розах уже вовсю почки. Вот здесь вот я пионы обрезала, дубки, а розочки вот уже оживают. Видите, тут сколько. Не хочет фокусировать эту ветку. В общем, они все уже в почках, в жизни. Цвету плохо.
В общем, все здесь уже хочет весны. Я сейчас пойду Антоху собирать, и мы с ним на танцы. К 6 ему теперь каждый день, кроме пятницы и воскресенья, вот все дни к 6 часам. Сегодня вторник, сегодня со 2-м классом, а завтра среда. Получается, только мальчики завтра. Так, где у меня тут соли? Телефон на зарядке. Надо просто было сразу ее вымять, да? В общем, все заоценили курицу. Афоня уже 2-й кусочек ест. Очень вкусно. Заедай тарелочку, выложим ее из соли. И грудка не сухая. В общем, можно готовить по этому рецепту. Мне кажется, она вот жир в себя впитала, а воду оставила. Да, как-то хорошо, ну, да, получилось? В общем, курица заканчивается быстро. Да, соль выкинем. Ну, цыпленок же этот же. Тут 2-й кусок уже ест. Как тебе курица? Понравилось? Афонечка, что мы сейчас будут делать наши муравьишки? Давай я открою. Ты сам? Ну давай я. Как тут? Давай их на пол поставим. Где наша матка? Покажи. Вот. Угу. Как ее зовут? Мама. Мама? Как и ты. Как и я, мама. А ветер, который сидит. Там еще был какой-то шерстью, да? Афоня говорит, там шерстью какой-то. Вон он, видишь? Ага, он как папа, да? Да, потом он будет вырастать, как и мама. Угу. У них тут много яичек, да? О, мы что, снесли? Да. Мы кому снесли? Себе. Из этих яичек будут маленькие муравьишки рождаться. Мы что, буду родить? Ну, из яичек будут вылупляться, как цыплятки. Ага, и он вылупился? Да, а другой он утром вылупился. Утром только, да? А потом а сюда мы на воду. Тут уже сука, но на них увлажнить. Ты увлажнишь или мне помочь? Я сам увлажню. Сейчас Афонька все тут увлажнит им, да, сынок? Мы тут смотрим по кухне про Индию. А теперь кого ты увлажняешь? Себя? Да, сам себя. Ну и как, ты увлажнился? Видите, они посадили хлеба. Ага. Мама, это что? У них гора. Гора — это мусорка, надо мусор почистить, да? О! Это у них больше уделось. Мам, нужно убрать. Да, его надо убрать, конечно. Где нужно? Как они месяц назад убирали. Мам, ты сколько мусора они принесли? Они за месяц такую кучу тогда... Кто-то им тогда хлопьев или что-то такое насыпал? Это я им насыпала. Геркулеса. Мюсли, по-моему, даже. Кто тут ползет к нам? Ура! Сейчас пойдем глянем, что там Антоша кушать будет. Антоша сразу голодный, да? А я... А что это крестная кинула? А крестная не берет. Привет, молодой человек.
Девушка Антоша услышал, говорит, что девушка сам подстригся, и он тоже себе сам челку. Девушка ждет, же, быстро сам. Так ты даже приехал, даже ничего же не сказал же, что это. А, да? А мама и не заметила, да? Вышли с Антохой с пятерочки. Выручайки. Выручайки? Кто кого выручает? Ты маму? Да. Тебе помогать? Нет. Ты уже сам? Ой. Все, иди садись в кресло. Наши покупки в пятерочке. Купили вот такие вот Феллини, вермишель, Бариллу. Хочу или суп с лапшой, с вермишелькой сделать, или вермишелевую запеканку с творогом. Ну, еще подумаю. По настроению, в общем, ну, купила, чтобы была. Антоха любит вот у нас горбушу, что-нибудь, сайр. Вот взял себе, выбрал две баночки, одну уже кушает. Вот, лимон, чай с лимоном мы с Афонией любим пить. И гречку. Завтра у нас будет гречка и ребрышки. Гречка была Мистраль, та, что, смотри, в общем, на цену, 900 грамм, 49 рублей. Стоило. Пить чай, ты будешь чай? Купили еще бананов. И Антоха взял кетчуп томатный. Смотри, это печенье для юбилей. Четыре банана? А было пять. Ты не знаешь, где еще один делся? Я один съел. Ты один съел? И еще купили попробовать майонез какой-то от коровки из Кореновки. Афоне не понравился. Да, ну, в общем, гадость. Гадость сказал, да? Да. В общем, тут какие-то в составе закваски. Вот. Ну, в общем, будем пробовать, посмотрим, как он нам зайдет. Но Афоня вообще такие штуки не ест, поэтому ему явно не зайдет. И ты! А я попробую завтра, можно? А! Серженечка гантели нам принес. Смотрите. Покрасил их, нашел, я даже не знаю, поскольку они. Четыре. Вообще 7,5 что ли килограмм. Да, а, 75 копеек цена. Килограмма, наверное, по 2, может быть, даже больше. Тяжеленькие, да?